Всем доброго времени суток. Сегодня у меня небольшой эксперимент для разнообразия. Я люблю печь разные хлеба, поэтому вот решила поэкспериментировать и сделать сегодня хлеб вот с молоком, с медом и с маслом. Формовой хлеб. Смотрите, что для этого нужно и как делать. Приятного вам просмотра. Здесь у меня опара уже готовая. Я ее поставила на ночь, как обычно. В описании под видео будет написано количество ингредиентов. Так, нужен мед. Так как уже немного засахарился, то вот эту ложку меда я сейчас немного разведу в молоке, чтобы лучше оно разошлось. Он, мед, разошелся по тесту. Все, мед я размешала. Нет молока, просто возьмите воду. Я взяла половину молока, половину воды. Мука, разрыхлитель, соль и ставим замешивать. Тесто чуть-чуть перемешалось, я добавляю столовую ложку масла растительного без запаха. Все, замес заканчиваем. И даем чуть-чуть постоять 10 минут, потом будем формовать. Кстати, тесто замешиваю до тех пор, пока оно не будет вот так стекать. Не рваться, вот, стекает плавно. И пока вот 10 минут будет стоять, я смажу форму маслом. Прошло 10 минут, я накрывала тесто, чтобы не завертелось. Приготовила форму, смазала маслом и присыпала стол мукой. Теперь это тесто выкладываем на стол. Начинаем формовать хлеб. Чуть растягиваем и складываем. Таким образом. Чуть-чуть мукой, чуть-чуть он липнет. Такой колобочек получился. Перекладываем его в форму. Вот такая красота. Сейчас немного смажу маслом верхушку. Заветрился. Все равно положу в пакетик. Все, пусть стоит. Ждем. Вот так хлеб поднялся. И ставлю его в холодную духовку на 180 градусов.
180. Только что вытащила из духовки хлеб. Вот такой замечательный. Правда, чуть-чуть надорвался. Ой. Так, теперь надо переложить его на решеточку. А с другой стороны вот не надорвался. Хорошо получился. Опа. Так, положим. И пусть остывает. Сейчас будем разрезать этот формовой хлеб. Пахнет как обычно. Хлеб как хлеб. Чувствуется вот это. И сладость чувствуется медовая. И то, что он молочный, чувствуется. Да? Можно печь. Пеките на здоровье. Пока.